Необычный дорожный знак появился в Сокольниках. Это треугольник с силуэтами людей, которые идут, глядя на экраны своих гаджетов. Он предупреждает водителей о чудаках, не покидающих виртуальную реальность даже при переходе дороги. Местные жители дали знаку меткое название «Осторожно, зомби». Ведь человек со смартфоном и вправду часто ничего не видит и не слышит вокруг.